субботу в Алтайском крае начнут выплачивать пенсии за январь. Выплаты поступят на кредитные карты тех пенсионеров, кто обычно получает деньги 8 числа, пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда. В новогодние каникулы банки не производят зачисления на индивидуальные счета. Большинство закрыто, поэтому выплаты поступают заранее. Но есть отделения, которые в праздники работают. В них можно будет снять деньги. Те же, кто обычно получает пенсию на почте, сможет это сделать уже с 3 января. Правда, необходимо заранее ознакомиться с графиком работы каждого учреждения.